Для Карины Жаковой это далеко не первая награда. Несмотря на проблемы со зрением, она с детства занимается декоративно-прикладным творчеством. Сегодня ее главная страсть – музыка. 6 лет назад Карина стала солисткой Брянского городского эстрадного оркестра. Музыка – это моя огромная любовь, это значительная часть моей жизни, это часть моей души. Эстрадный вокал. Именно в этой номинации Карина Жакова оказалась в числе лучших международной премии «Филантроп», став лауреатом 2-й степени. Эта премия стала таким большим общественным событием не только в жизни России, но и зарубежья. А лауреаты премии – это удивительные люди, это талантливые, целеустремленные люди. Это люди с огромной силой воли. Уникальный проект «Филантроп» направлен на поддержку талантливых и одаренных людей с особенностями здоровья. Более 10 лет генеральный партнер премии – Торгово-промышленная палата России. Кристина Притхилава, Игорь Винничук. События, Брянск.